Здравствуйте. Петенька, с наступающим тебя, Петя. Здравствуйте, вас также. Андрюха, с наступающим. С Новым годом. Ну как ты сейчас это уберешь? Сейчас здесь все уберется и все будет. Срач уберется. Предновогодняя, так сказать, суета. Все что-то шуршат, все что-то делают. Осталось буквально 2 часа. Тут что-то гладится, там что-то стирается. Все нормально? Помощь не нужна? Спасибо. Так, заценим праздничный стол. До Нового года осталось буквально 2.5 часа. Это видео. Дунь. Так что самый вид у нас запомнился 2017 год. Слушай, я не люблю так много внимания ко мне. Нет, надо. Давай, всем давай. Будем. Давай. Чем тебе запомнился 2017 год? Расскажи. Нашими невероятно крутыми тусовками. Да? Лёль, может, все-таки есть чем тебе запомнился 17-й год? Конечно, встречами с вами, добрыми друзьями. Людями. Друзьями. Лёля, где твой оркестр? Мы уже уходим, а он не знает. Как оркестр? Вот еще одна пара сложилась. Нет, с этой стороны вставай. Сегодня Жаклин со всеми сложилась. Подписчики бери за фото. Ну? Фото с обезьянкой. Настроить.
общайтесь, выпивайте. Наш бар работает сегодня специально для вас. Всем отличного настроения. Встретимся буквально через небольшой отрезок времени. Впереди ждет очень много всего интересного. We'll be right back.
Ну что ж, браво, аплодисменты! Еще громче! Ну что ж, дорогие друзья, такая уж моя доля. Мне приходится очень много говорить по профессии своей, пока артисты там переодеваются, брючки гладят, парички меряют. Сегодня ждет невероятно много сюрпризов. Ну и, конечно же, главной традицией этого года это такие сборы семейные дома, либо в кругу друзей. Скажите, здесь собравшиеся, вы готовы увидеть следующий номер? Да? Тогда давайте пошумим и встретим наших артистов так, как следует. Давайте громче! Шоу-балет столицы Георгия Батурия. Ваши бурные аплодисменты!
Ну что ж, нам нужно экстренно все убрать, и пока перед нами не сидеть, не стать готовиться к встрече 2018-го, вы немножечко подвигаться вместе с этой прекрасной песенкой. Я просто офигел!